Доброе утро. Я так понимаю, что вы привели участников. Так, представьтесь, пожалуйста, как тебя зовут? Арсений. Сколько Дорофеев. Тебе лет? Дорофеев. Вот я так сразу подумал, Арсений Дорофеев. Квадроцикл. Видишь? 7 лет. Квадроцикл видел там стоит? Это гран-при. Вот если ты в своей группе возрастной займешь первое место, ты получаешь право сыграть в сеансе Монной Габриндашвили. Скажешь, если ты у нее выходишь, вообще надо себе перемещаться. Так, ну а ты представься. Меня зовут Черепанова Эвита. Так, сколько тебе лет? 7. 7 лет? С половиной. И тебе 7? Ну ему ровно 7, тебе 7 с половиной. Я вот так вот по росту уже все вижу. Все равно у меня старше. А не ровесник. Да? Все равно старше. Удачи вам в турнире. Спасибо.